Наш герой ніколи не мріяв про чемпіонські титули та гучні звання. Він просто любив спорт. Свого часу юний киянин спробував і вільну боротьбу, і легку атлетику, і плавання. А у 15 років прийшла пора першого кохання. І Анатолій попрямував до залу штанги, адже, як і багато однолітків, хотів мати красиву фігуру та міцні м'язи для завоювання дівочих сердець. Тоді він ще не знав, що важка атлетика стане його життям. Про Анатолія Писаренка заговорили на початку 80-х, коли він стрімко увірвався у світ важкої атлетики. На своєму дебютному чемпіонаті Радянського Союзу він став срібним призером у найпрестижнішій суперважкій категорії. При цьому він важив майже на 40 кілограмів менше тодішнього чемпіона. Супертяжів завжди уявляли такими собі гігантами з вагою під 200 кілограмів. Анатолій Писаренко довів, що встановлювати рекорди можна, залишаючись елегантним і граціозним. Його називали найсильнішою людиною планети. Він встановив 14 світових рекордів, а його переможні 465 кілограмів у сумі двоборства і досі нікому не підкорилися. А от найбажаніша – олімпійська медаль – так і залишилася у мріях. Що таке професіональний спорт? Це треба займатися спортом, отдать всего себя. Причем это не шутки, это не в кавычках, а это по-настоящему. Ты должен этим жить. Ты должен жить и внутренне, и внешне, и все время отдать, и всего себя отдать. Это с утра ты встал, это зарядка, это питание, это режим, это тренировки, это соревнования, это поездки. Это постоянная цикличность, с которой ты выйти не можешь. Это было постоянное отсутствие его дома. Я вела календарь в молодости и отмечала дни, когда его не было дома. И на сборах он проводил большую часть года. Дома он бывал от 30 до 40 дней в году. Притом этот месяц набирался в течение года. Это было по 2, 3, 5 дней. Там 10 дней на Новый год он был дома. Все время был на сборах. Наверное, у нее было какое-то, знаете, необыкновенное терпение. Всю эту ситуацию терпеть, ожидать. Наверное, понимание было, что как бы я занимаюсь спортом. Хотя сейчас, как бы возвращаясь назад, я понимаю, что надо иметь ангельский характер, чтобы все меня пережить в то время и пережить всю ту ситуацию. Анатолий же всегда говорил, что он будет... То есть, ну, не заявлял с трибуны, а вот так в разговорах наших там говорил, что буду чемпионом мира обязательно, буду рекордсменом мира в тяжелом весе. В то время он весил 80 килограмм, то есть ничего себе не представлял, как спортсмен еще будем так говорить. Но такая вера настолько у него была, что, конечно, этим он привлекал. То есть, думаешь, то ли сумасшедший, то ли настолько человек верит в себя. И, конечно, больше сходились, я к тому мнению, что именно такая вот вера необыкновенная в себя, целеустремленность необыкновенная. Потому что Толя был режимщик, это таких не было, наверное. То есть все по часам, все по минутам, и так целый день, и многие годы. Знаете, вот у меня такое чувство, что спорт и вот все то, что было в спорте, это, наверное, были лучшие годы в моей жизни. Как бы, может, еще что-то будет хорошее. Я не считаю, что я сегодня неудачник, но спорт, наверное, это был как лебединая песня. Это, наверное, как было то самое любимое, чем я занимался. А ну ко мне. Він мав реальні шанси завоювати медаль вже на Московській Олімпіаді 80. Але його викреслили зі списку учасників, віддавши перевагу більш титулованим і досвідченим. Хоча на тренуваннях Писаренко все частіше залишав позаду іменитих колег. А у 84-му, коли йому просто не було рівних,
Радянський Союз з політичних причин вирішив бойкотувати Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі. Цього ж року сталася ще одна неприємна подія, яка, можливо, і перекреслила подальші надії на олімпійське золото. Наш герой не любить згадувати ту історію. Для нього вона і досі прикра і безглузда. Його звинуватили у ввозі заборонених препаратів на територію Канади. І хоча ліки були санкціоновані спортивним керівництвом Союзу, той самий Союз просто зацькував спортсмена. У 26 років його довічно дискваліфікували. До речі, Міжнародна федерація важкої атлетики Анатолія тоді не покарала. Пізніше його реабілітували в СРСР, але повернути втрачену форму наш герой так і не зміг. Уход из спорта очень тяжелый был. Я считаю, что очень тяжелый. И дисквалификация была очень тяжелая. То, что он не тренировался год или полтора, я думаю, что сыграло очень большую роль в том, что он ушел так рано из спорта. Трагедия была то, что наша команда не поехала на Олимпиаду 1984 года. Это для любого спортсмена Олимпийские игры – это как бы вершина, к которой все стремятся. И наше правительство просто спортсменов лишило этого. Лишило многих просто мечты по жизни. И я помню, как у многих спортсменов брали интервью, чтобы они говорили, что они согласны с решением правительства не ехать на Олимпиаду. Это была сплошная фальшь, потому что все готовились к Олимпиаде. Вместо Олимпийских игр у нас был так называемый Кубок Дружбы. Это 84 год. И параллельно проходили Олимпийские игры в Америке. И как бы смотреть тот результат, который показал тот чемпион Олимпийских игр, и мой результат, ну это земля и небо. Это просто результат на многие-многие килограммы, которые мой опередил. И как бы я считаю себя олимпийским чемпионом, но реальная медаль находится у другого человека. Фамилия его Лукин, о нем никто никогда не слышал до этого, и о нем никто никогда не услышал после Олимпийских игр. Парадокс. Наверное, самое обидное, самое трагическое в моей спортивной жизни, наверное, этот момент. В категории, весовой категории, в которой он выступал, обычно 30 лет – это как бы расцвет спортсмена. И Анатолий ушел 28 или 29 лет. То есть он абсолютно себя не реализовал еще, несмотря на то, что он установил, в 84-м году установил рекорд, который стоит до сих пор. 21 год. Вот это было тяжело, и ему было тяжело. То есть у него по жизни была цель выиграть Олимпиаду, и он не смог ее достичь. И ушел я со спорта не потому, что как бы меня ушли, а, наверное, я принял сам себе решение, что... К этому времени довольно-таки много выиграно. К этому времени, наверное, не было тех турниров, которые бы я не выиграл. Кроме, наверное, вот как бы момента этих Олимпийских игр, подмены ситуации. Вполне осознанно я сам себе как бы принял задачу уйти со спорта. И, честно говоря, не жалею совершенно. Психологически тоже было это очень тяжело, потому что найти себя было невозможно. Так как пока спортом он занимался, он всем был нужен, перестал заниматься, и вокруг создался вакуум. Друзья все пропали. И идти куда-то, куда он мог идти, что он мог делать? Он мог только тренироваться. Это единственное, что он умел на тот момент. Ты как бы в спорте... Академик, ты в спорте, ну, величина. А в простой жизни ты сталкиваешься с такой ситуацией, как мальчишка, как в первом классе. И многие вещи очень непонятны. И я думаю, наверное, это одна из причин, когда спортсмены теряются. Вот, наверное, вот это перелом судьбы, как бы такой, вот это уходит спортивный пласт колоссальный, имя колоссальное. И вдруг
не находит себя в обычной жизни. Вот это, наверное, очень тяжелый момент. И вот, наверное, был у меня тоже такой момент, потому что я себя, честно говоря, попробовал в тренерской работе, но это совершенно не мое, и как бы я от этого совершенно сразу отказался. Может быть, около года я работал тренером, может, даже меньше. А потом началась перестройка, можно было заниматься бизнесом, это как раз то, где он себя нашел. Это было уже было легче. Так, сейчас мы уезжаем с территории моей деревни. Я это место очень люблю. Это недалеко от Каневского водохранилища. Очень хорошие, теплые, уютные лесные места. Самое главное здесь это место, я искал, ну, довольно-таки долго. Потому что когда заболел лошадьми, это как бы такой был интересный момент. И лошади лошадьми, а где потом дети? Это же не кошка, не собака, не как бы не мебель. А требует больших простор, места. А, природа какая, солнышко. На санях сейчас хорошо проехаться. Здесь вот одна речушечка. Переезжаем ее дальше туда, где-то метров 800-700. Каневское водохранилище и вдоль леса. Лес очень хороший. Здесь кататься на лошади одно удовольствие. Выпас 20 гектар. Хорошей травы такой, настоящей. Причем трава 7 сортов специально для лошадей. Вот. Здесь вот эти они пасутся. Там с конюшни они переходят. Через мостик, через речечку. Очень удобно. И олени нас встречают. Один и второй. Пойдем в дом чай пить. Супруга, это моя одноклассница. В первом классе. Как бы с первого класса вместе мы учились. Первый класс, второй, десятый. Ну, хочешь не хочешь, там, как бы пару раз поднес портфель, ну, запутался. Мы встречаться начали, нам было 16 лет. Наверное, у всех это период такой романтический, когда хочется чего-то в ожидании чего-то. И ну, вот так сложилось, в общем-то, что вот этот кто-то оказался рядом. Просто совсем рядом, на два ряда в классе впереди. Наверное, у него портфель был легкий. Самый легкий в классе. Как раз все наоборот. Портфель был самый тяжелый, а ему нужно было качать левую руку, потому что она у него была слабее. 15-16 лет – это первая любовь. Единственная любовь. Он уезжал, приезжал. Потом в какой-то момент, ну, я бы сказала, что взял измором. 21 год мы как бы расписались. Хотя по нынешним меркам это как бы очень рано. 21 год. Сейчас моему старшему 25. Я, честно говоря, с ужасом думаю, что он, вот он женится, вот он маленький еще, куда он спешит. А сам-то в 21, 22 года у нас уже появился ребенок. Как бы мы, и я себя не считал тогда ни маленьким, я считал себя совершенно взрослым человеком. Уверенность, как говорится, стоящим на ногах. Она настоящая жена. Она настоящая жена, она все, что связано с семьей, все держится на ней. У него всегда был ровный характер. И я чувствовала, что рядом со мной мужчина.
именно защитник. И это очень импонировало. Это было самое главное. Я счастливый человек, и семья для меня это очень важно. Мои дети. Это, наверное, тот, знаете, как островок, лес. Это все то, что в этом неспокойном мире как бы держит человека. По крайней мере, мне помогает очень сильно. Когда родился сын, он 3 или 4 раза звонил в роддом и прыгал до потолка, что у него сын. Вот смотри, сейчас мы сколим его. На, дай орешек Белочке. На, дай. А? Смотри, смотри, как он. Ужарит. Старший сын Владислав завжди був з комп'ютером на «ти». Тепер це його професія. Він працює поруч з батьком. Керує однією з його поліграфічних фірм. Завжди дуже радувався. Всегда очень радовался, ждал, и папы очень не хватало. Когда появлялся папа, мама переставала существовать. Слушался только папу. Интересный мальчишка. Очень, очень нравится ему компьютер, очень нравятся все эти программные вещи. Я, честно говоря, в этом разбираюсь в таком допотопном виде. Отец многого ожидает. Соответственно, он сам многого достиг, многого требует. И это вполне естественно. Пытаемся не разочаровать. И всегда это делается как бы ненавязчиво, не давя. То есть нету, не угнетает. Говорит, хотелось бы, чтобы было так. А там уже сам решай. Он всегда дает возможность самому подумать, самому принять решение. Я считаю, что нужно вести с детьми своими максимально диалог и максимально быть услышанным. Услышать детей, и чтобы они услышали тебя. Наверное, вот момент вот этот взаимопонимания, он, наверное, более тщательный, чем момент, который ты просто ребенку говоришь, делай так, так, так. Давить как бы. Не надо давить, сломать можно. В детстве все были мамины, сейчас все папины. Они выросли, естественно, мама – это мама, это ты ел, ты не ел, ты замерз, ты не замерз, там приболел, не приболел, а все остальное – это папа. Так, ну что, мелкий, понеслась? Ну ты первый. То есть. Давай, я первый. Да. Ты меня застрахуешь. Ой, разминка. Когда это было? Вот так давно. Готов? Готов. Ну, держи марку. Размялись. О, супер. Два раза. Да? Ну, могу три. У нас был когда-то случай. Кто-то чемпион мира поднимал. И говорят, ну ты ж сильный чемпион мира, подними шкаф. Да мы шо мы там. Поднял шкаф, получил грыжу. Смена растет. Супер. После рождения Кости я себя плохо чувствовала долго. И Анатолий был дома и готовил кушать. И со старшим занимался. То есть я занималась только маленьким.
только Костей, а Анатолий занимался со старшим сыном полностью. То есть это было очень много для меня. Младший, довольно-таки спортивный ребенок. Это и гимнастика в детстве у него была, и горные лыжи, и лошади, очень много видов спорта. Я хожу в зал 5 раз в неделю, на коне езжу 4 раза в неделю, в теннис очень часто играю, обычно 2-3 раза в неделю. Мы всей семьей очень любим горные лыжи, моя жена хорошо ездит, старший сын, ну о младшем вообще говорить не надо, потому что он с 3 лет на лыжах. И на сегодняшний день, я бы сказал, ну почти профессионально ездит. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятые доли таких красоты чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятые доли таких красоты чудес. Папа занимается очень разным спортом, теннис играет. Он подводно ныряет, на лыжах катается, и, в принципе, он меня увлек. Конным спортом я хочу профессионально заниматься. Мне очень интересно. Часто катаюсь, по два, по три коня работаю, катаю, тренируюсь 4 раза в неделю. Мне очень нравится конный спорт. Гармоничный спорт, нагрузка на тело, и как бы и думать надо в этом спорте. Очень интересный спорт. Можливо, у глибині душі наш герой мріяв, щоб хтось із його синів також став спортсменом. Але ніколи не нав'язував дітям заняття спортом. Анатолій вважає, що вони повинні самі зробити свій життєвий вибір. Молодший син Костянтин ще не обрав майбутню професію, але вже точно знає, що кінний спорт завжди буде з ним. Сьогодні його кращий друг Красень Люб'язний, разом з яким готується до майбутніх змагань. Вчаться брати бар'єри і розуміти один одного. Анатолій радий, що Костя поділяє його любов до коней. Поки морозно, вони разом катаються у манежі. А тільки но стає тепло, вперед на простори. Сейчас пойдем сначала в манеж. Анатолій Писаренко залишається найсильнішою людиною планети, принаймні у важкій атлетиці. Він серйозний, цілеспрямований, з твердим характером і подекуди навіть суворий. Здавалося б, у житті бізнесмена і політика немає місця сентиментам. Проте є у нашого героя одна слабкість – це коні. Поруч з ними він зовсім інший – ніжний і лагідний. Тварини розуміють це і відплачують йому довірою і відданістю. Олень – це як би добича, яка була в Черніговських лісах, ближче туди, к Білорусі. Специалисты, охотники, которые приезжают, говорят, что довольно-таки достойные рога. Рога оленя, подчеркиваю, 22 отростка. Где-то конец августа, начало сентября, когда идет гон и подманывают оленя таким манком специальным, и он ищет соперника для боя. И вот он как раз на рассвете вылетел на меня, но я не оказался как бы соперником для него. Вот это такая добыча. Вот лук. С этого лука как бы производится тоже охота. Стрела при такой натяжке пробивает оленя и кабана на вылет. Очень интересная охота. Практикуется в основном она из засады. И надо очень долго ждать зверя. Делается это очень просто. Вот те все олени и лося вы видели, добыты практически таким луком. Может, где-то я лук ловлю.
Ну, по большому счету так. Да. Заряжается, это очень интересно. Это вот такая штучечка. Вот она как курочек. Вот. Заматывается на руку. Я не буду наматывать, просто как бы покажу. Натягивается. И там есть у нас вот такой прицельчик. С лука целится. И потом вот этой штучкой отпускается и стреляется. Вот стрела у меня тут. Кабан, олень. С виду она такая легкая, вроде бы как хрупкая. Но вот здесь вот сам наконечник, как бритва. Очень интересно. Вот это вот, я считаю, гуманное оружие. Более-менее достойная встреча с зверем по сравнению как с оружием. С огнестрелом. С нарезным. Тут надо побороться со зверем, потерпеть, подождать. Вот это интересная охота. Это волк, которого я очень как бы долго охотился, тропил его. Интересно очень. Это где-то около с утра эта история началась и закончилась к вечеру. Вот всевозможные шкуры волчьи. Это у нас выдра. Это все такие охотничьи трофеи. Вот это вот у нас лось. Довольно-таки большой лось. Наверное, весил он, я думаю, килограмм 800. Серьезный лось. Не загонный, а это с подхода лось. Это как бы ножками. Ищешь его, следы. Потом его как бы на рев тоже нашли. И вот такой трофей. Наш герой захоплюється полюванням та рибалкою, любить природу і екстремальні подорожі. Разом з синами вони полюбляють небезпечні пригоди, вчаться виживати у найскладніших умовах, наприклад, на Камчатці. Майже місяць провели на лоні дикої природи з фантастичною рибалкою, незабутніми краєвидами та небезпечними сусідами. Чайочек, Влад, Санька. А вот это Костя. А вот это я. Супер. Ну, сам вышел, я поймал за сегодня. Смотри, какой. Где Саша? Саня, смотри, какой. Якщо спостерігати за цими ведмедиками з іншого берега річки, то вони здаються доволі симпатичними і кумедними. А от якщо зустрінешся з хижаком ніс до носа, то тут вже не до сміху. Поймав рибу. Одного разу нашим мандрівникам пощастило. Буквально зіткнулися з бурим ведмедем. Невідомо, хто кого більше злякався, але враження залишились, мабуть, на все життя. Наш герой досяг усіх можливих висот у спорті, особистому житті, бізнесі. Але своїми здобутками ніколи не хизується. Ще в юності він зрозумів, що не можна зупинятись. Почивати на лаврах – марна справа. Як тільки ти сказав собі «Все, я чемпіон», ти програв. Треба завжди рухатись вперед і налаштовувати себе на нові перемоги. Так він виховує і своїх синів, і мріє, щоб вони перевершили його здобутки.